Мужик, остановись на минуту. Намажь мои прыщики кремом. Если вернешься, поставлю тебе 5 в четверти. А я в году. А я сварю тебе пельмешек. Пельмешки. Надо подумать. Ну, так что, вернешься? Ладно, уломали. Ура! Из-за сбоев вселенной эта машинка теперь просто так не исполняет желание. Но она может генерировать материал, из которого мы как раз-таки и соберем ту самую шайтан-машину. Супер! А ты знаешь, какие команды давать машинке? Конечно! Вилка? Это не смешная шутка, Эльграф! Это комплекс «Крутые детки». Дорогие дамы, у меня есть для вас уникальное предложение. Что еще? А вы когда-нибудь задумывались сменить форму головы? Ну, вы же все-таки леди, а ваши головы выглядят ужасающе. Ты что творишь? Они сейчас разозлятся. Я знаю, что делать, не мешай. Ну, на самом деле, я подумал об этом. Ну и я, в принципе, не против сменить форму своей головы. А ты можешь так сделать? Конечно могу. Смотрите. А где это мы? И что вообще произошло? Голова раскалывается. Блин, все пошло немного не по плану. И я теперь обязан сидеть с этими лохами в одном кабинете. Но ничего, зато ФСВ точно захватила всю власть. О, Катя, ты тоже здесь? Ты в порядке? Да, а что произошло? Где вы вообще были? Ну, как оказалось, с нами хотел поговорить Сиреноголовый. Он собирался попросить нас о помощи. А помочь мы должны были ему, разбив пару унитазоголовых. Потому что Сиреноголовый влюбился в леди унитаз. Но потом мы вызвали унитазоголовую. Но она была не одна, с ней были леди Торшер и леди Гудок. Как оказалось, они готовились к свадьбе, наряжались, ну и прочие женские штучки. Да, а потом мы рассказали, что попросил Сиреноголовый, и все разозлились. Ага, особенно это леди Гудок. Ничего себе история. А подождите, а Юра где? Он нас предал. Сказал, что хочет быть аномалией, что ему в их мире лучше. А потом Сиреноголовый превратил его в картон-дога. Кать, подожди, а как ты выжила? И куда ты дела аномалию? Эй, мужик, остановись на минуту. Я ему дала крем от прыщей. Ну, помните, у него на пузе были ужасные наросты. Ну, он намазался кремом, сказал мне спасибо и сказал, что теперь у меня будет много денег, раз я ему помогла. Не, ну нормально, я тут годами пашу на учительскую зарплату, а она ему крем от прыщей. Давай разбогатела, ну вообще. Друзья, у меня вопрос. Мы снова в школе агентов СИП, и мы снова расходный материал класса Д? Ох, не нравится мне все это. Если мы здесь, значит мы все еще под контролем ЦВУ. Эльграф, кстати, а что ты сделал с аномалиями? Почему у них появились головы ваших клонов? Скоро узнаете, тупые детки. Ой, как скоро. А я не знаю, как это получилось. Я вообще планировал по-другому сделать. У аномалий появились человеческие головы? А чьи? Тебя, Эльграф и Ксю. То есть к силе аномалий прибавилась еще и сила ФСВ? Зашибись. Ну а моя башка хоть кому досталась? Сиреноголовая леди Гудок. А моя лампоголовая леди Торшер. А моя у леди унитаз. Блин. Ну, дела. Так, нам надо выбираться. Я пойду посмотрю, где есть выход. Вот мы и захватили школу командора. Теперь все под нашим контролем. Этих тупых деток мы заперли на ключ. Они никогда не выберутся. Надо сообщить шефу, что у ФСВ теперь безграничная власть. И что мы стали биороботами с телами аномалий. Он будет доволен. Подождите, сейчас все расскажу. Только водички попью.
Эй, мужик, остановись на минуту. Намажь мои прыщики кремом. Может, ты нам объяснишь, что происходит? У меня есть две новости. Какие? Первое. Я знаю, где находится аномалия. Эй, мужик, остановись на минуту. Вторая, я знаю, где мы, что с нами произошло и что с нами будет. Давай по порядку. Мужик находится в туалете и просит намазать его прыщики кремом. Жуть, а они хоть меньше стали? Не, такие же стрёмные. Так, а с нами что? В аномалии вселились клоны агентов ФСВ, и теперь у них безграничная власть над всеми. Они захватили ЦВУ, всех монстров SCP и аномалии Тревора Хендерсона. Никакой свадьбы унитазов не будет! Миру конец! И что ж нам делать? Нам надо вызвать нашу новоиспеченную аномалию, вернее Юру, и попросить его, чтобы он перешел на нашу сторону. Я думаю, что нам его сила и присутствие не помешают. Хорошая идея, сейчас вызову. Если, конечно, его разум не подчинили. Что вам надо, 8 А? Юр, если ты еще не забыл все то, что с нами было, то, пожалуйста, помоги нам. Без твоего участия нам никак не обойтись. Да-да, в такой ситуации надо действовать сообща. Мы должны вернуть все на свои места. Правда, мы не знаем как. Но мы придумаем. Не могу. Я клялся в верности миру SCP. Но мы же твои друзья. Но мы же столько вместе всего прошли. Неужели тебе какие-то аномалии дороже, чем лучшие друзья? Ты же тот Юра, которого мы все и я очень любим. Если вернешься, поставлю тебе 5 в четверти. А я в году. А я сварю тебе пельмешек. Пельмешки. Надо подумать. Ну, так что, вернешься? Ладно, уломали. Ура! Это, конечно, все очень хорошо, Юра теперь с нами, но как нам это поможет? Короче, в мире аномалий я слышал, что есть какая-то шайтан-машина, которая может вернуть все на свои места. Так что ж ты раньше молчал? Да, я тоже знаю про нее. Но есть одно но. Какое? Чтобы ее собрать, нужны специальные запчасти, а их невозможно найти. Блин. Подождите-ка, если это школа агентов SCP, то тут есть аномалии, которые мы изучали. А значит, есть печатная машинка, которая исполняет все желания. Точно! О! Вот что нашел. Ну так давай загадаем желание, чтобы все вернулось на свои места. Так просто не получится. Из-за сбоев вселенной эта машинка теперь просто так не исполняет желание. Но она может генерировать материал, из которого мы как раз таки и соберем ту самую шайтан-машину. Супер! А ты знаешь, какие команды давать машинке? Конечно. Вьюка? Это не смешная шутка, Эльграф. А вы что, забыли, что все могущественные артефакты выглядят как обычные вещи? А, точно. Печатай дальше. Чё, баран в шляпе? Оригинально. Юбка? Ну, я думаю, этого должно хватить. А как ты собрался это все объединить? А для этого мы используем старые компьютеры. Теперь все это нужно запихнуть в компьютер. И все? Ну да. Хорошо, ясно, понятно. Вот наивные, сами же себе создали проблему. Уничтожитель вселенных 3000 уж точно их не спасет. Отлично, теперь осталось нажать на кнопку. А это точно сработает? Да точно!